Добро пожаловать на очередной выпуск «Что происходит, профессор?». Доброе утро, Вальтер. Привет, Мартин. У вас все в порядке? Да. Хотя я все еще кашляю, но в остальном со мной все в порядке. Мы боремся с недугами, иначе работа не будет выполнена. Ты прав, но нам не до недугов. Что ж, это тема, которую мы обсуждали довольно много раз. Много раз. И люди продолжают писать и говорить, что не видят связи между субботой и начертанием зверя. И знамение того, что мы приближаемся к начертанию зверя, очень ясны. Итак, пришло время снова все исправить. Да, на этот раз мы решили вставить кавычки, потому что мы всегда цитируем из головы, а люди хотят видеть их черным по белому, чтобы убедиться, что это действительно так. Или это всего лишь предположение? Что ж, давай положим это на стол и посмотрим, где мы находимся. Давайте начнем с молитвы. Наш любящий Отец Небесный, благодарим, что дал нам возможность снова провести эту дискуссию. Мы просим Тебя просветить наши умы, дать нам ясность в том, что Ты сказал в Своем Слове. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Причиной этого стало событие, или события, которые произошли, когда известные люди говорили о конфликте между христианским и светским миром. И это было настолько уместно и очень интересно. И мы сейчас покажем это, что мы подумали, что начертание зверя нужно обсудить еще раз, хотя мы обсуждали эту тему много раз. Да, дело в том, что мы, как я уже упомянул ранее, действительно приближаемся к этому моменту в истории. Поэтому чем больше вы будете информированы о том, что это такое и на что обращать внимание, тем больше вы будете готовы к этому или сможете подготовиться, верно? Итак, на первом слайде, который у нас есть, есть арка, на которой цитируется 20 глава книги «Исход», и там говорится «Помни». Есть одна заповедь, которая начинается со слова «Помни», и это заповедь о субботе. А на заднем плане – Ватикан. Это очень показательная картинка, показывающая текущий конфликт между идеологиями. И я думаю, что нам нужно потратить некоторое время, чтобы еще раз прояснить, в чем суть конфликта и насколько глубока кроличья нора. Молитвенное изучение Библии показало бы протестантам истинный характер папства и заставило бы их ненавидеть и избегать его. Но многие настолько мудры в своих представлениях, что не чувствуют необходимости смиренно искать Бога, чтобы он привел их к истине. Мартин, когда она делает подобное утверждение, оно всегда должно быть сбалансировано с идеей о том, что Бог любит людей. Верно? Мы не выступаем против католиков. Это против католицизма в целом. И опять же, это не против протестантов. Это против падшего протестантизма. Верно. Хоть они и гордятся своей просвещенностью, они невежественны ни в священных писаниях, ни в силе Божьей. Им необходимо иметь какие-то средства успокоения своей совести, и они ищут то, что, по крайней мере, духовно. Чего они желают, так это метода забывания Бога, который сойдет за метод понимания Его. Папство хорошо приспособлено для удовлетворения всех этих потребностей. Он подготовлен для двух классов человечества – охватывая почти весь мир, тех, кто спасается своими заслугами, и тех, кто спасается от своих грехов. Вот в чем секрет его силы. Теперь, если мы посмотрим на наш фон, мы увидим начертание зверя и вопрос, на руке или на челе. Здесь есть два варианта, рука или чело, и молитва очень важна. А затем есть Ватикан и женщина, одетая в пурпур.
И на этот раз в ее руке две чаши, наполненные вином. И мы выбрали то, у кого две чаши, потому что именно эти два класса, те, которые будут спасаться своими заслугами, это ложное учение. И те, кто хочет спастись своими, в своих грехах, это еще одно ложное учение. Вот секрет ее силы. Так, это очень символичный фон. И я думаю, что это весьма впечатляет. Я думаю, можем сказать Генкри спасибо за это. Откровение 13 глава 11 стих. «И увидела другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агчим, и говорил, как дракон». Думаю, мы уже опознали этого зверя как минимум раз 100. И я уверен, что люди по последним трем видео уже поймут, кто это. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Итак, эта власть имеет влияние, и у нее есть потенциал. Она может заставить весь мир поклониться первому зверю. Другими словами, отдать ему должное за то, что он послушен ему. И что он делает? Если мы перейдем к стиху 16, он сделает то, что всем, это очень важное слово, малым и великим, неважно, профессор ли вы в университете или человек скромного происхождения, богатым и бедным, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Слово «или» очень важно. Им все равно, находится ли оно у вас на руке или на челе, лишь бы оно было у вас. Это противоречит требованиям Бога, потому что Он хочет, чтобы у вас было и на правую руку, и на чело. И есть начертание. И что нельзя будет ни покупать, ни продавать никому, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя и число имени его. Вот мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, а не компьютерная система. Это человеческая система, Мартин. Человечество поднимает голову против Бога, потому что иначе Бог не предостерег бы против этого. Число его 666. Мы знаем, кто второй зверь. Это Соединенные Штаты Америки. Он действует от имени первого зверя, то, что он требует. И мы видели, как первый зверь контролирует народы через свои тайные общества. Просто чтобы еще раз прояснить это. Эта система управляет миром. Да, всем миром. Неважно, говорили ли мы о Китае или о Нью-Йорке, это даже в Африке. Не имеет значения, верно? Иезекииля 20:12. «Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их». Итак, между Богом и человеком есть знамение того, что именно Он освящает человечество. И этим знамением является суббота. Вот оно. Это невозможно обойти. Давай перейдем к 20 стиху. «И святите субботы мои, чтобы они были знамения между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь, Бог ваш». Так возможно ли, чтобы кто-нибудь воспринимал другого, как своего Господа, своего Бога? Возможно ли, чтобы кто-нибудь понял, что освящение может прийти иным, корнем, чем Господом, через Бога. Обычно они пробуют разные способы, например, приручить. Итак, здесь конфликт. Является ли здесь суббота ключевым моментом принятия решения? Именно. Если вы сомневаетесь в том, как сделать так, чтобы это знамение было очень четким между вами и Богом, вот суббота. Здесь нет двух вариантов. Суббота связана с освящающей силой Бога, и Он единственный, кто может это сделать.
Больше никто. И так очевидно, что есть враг, который пытается сделать это по-другому. И они не могут использовать субботу как знамение. У них должно быть что-то еще в качестве знамения. Итак, давай посмотрим на исход 31.17. Это знамение, слово «ос» между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Нафаш. Он вздохнул с облегчением. И он хочет того же, когда вы приходите в святилище и посещаете его в субботу. Радость. Итак, давай посмотрим, что говорит нам словарь Стронга. Что это за знамение? Это еврейское слово «ос». Это знамение, это признак, это знамя. Это чудо, это знак, это связь. Это баннер, это знак. Это то, что вы предлагаете людям. Если вы против этого, вас это будет раздражать. Попробуйте договориться о встрече на работе и провести в субботу. Будет ли это легко или это будет довольно трудный вызов? На данном этапе истории Земли это просто кошмар. Просто кошмар. Это воспоминание, помни. Это чудесный знак, это предзнаменование, это также предупреждение, Мартин. Это знак, это связь, чудо, доказательство. Итак, единственный способ узнать, какому Богу вы на самом деле служите – это через этот знак. И да, на самом деле это легко. Какому Богу ты служишь, Мартин? Тот, кто господин субботы. Настоящая суббота. Итак, если вы соблюдаете седьмой день, вы признаете конкретного Бога, определенное божество. Если вы соблюдаете еще один день, вы признаете какое-то другое божество. Это логично? Логично. Вот что говорит текст. Так почему же это знамение? Потому что за шесть дней Господь сотворил небо и землю. И любое знамение, или любой знак, или любой имеет эти критерии. Имя Господа, Яхве. Какой его титул? Создатель. Какова его юрисдикция? Небо и земля. Итак, это печать Божья. Она должна иметь его имя, его титул и его территорию. И все это есть только в заповеди о субботе. И это прописано в заповеди. Верно. Так что вы не можете ошибиться. Если это печать, если это знак, если это знамение, тогда это символ власти. Любой документ огромной важности в мире должен иметь печать. Печать власти. И он должен быть подписан ответственным лицом. Я, как бы ни было имя физического или юридического лица, президент, а затем юрисдикция, независимо от страны, в которой учитывается ваша юрисдикция. Вот это критерии, которые должны быть в такой печати. Теперь о субботе, Мартин. Люди говорят, что это было еврейское постановление. Теперь мы будем еврейским постановлением, если оно было учреждено в Эдеме, когда не было евреев, верно? И затем, если вы перейдете к той части, где говорится, что суббота была создана для человека, это не делает ее исключительной только для евреев. Нет. В любом случае, евреи, на самом деле это слово иудеи, потому что они потомки Иуды. Так это действительно то, что применимо ко всему миру, потому что это было представлено в Эдеме. Но давай просто удостоверимся. Исаия говорит, глава 56, стих 6, что сыновья иноземца, которые присоединятся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господне, будут Его слугами, все соблюдающие субботу, от осквернения ее и соблюдения моего завета. Я приведу их на мою святую гору и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут приняты на жертвеннике моем, и дом мой наречется домом молитвы для всех людей». Что ж, суббота только для евреев, Мартин? Нет, она для всего человечества. Она для всего человечества. Это отличительный фактор между служением Богу и служением чему-то еще. Второзаконие, 11 глава, с 13 по 20 стихи. «И это произойдет, если вы будете прилежно служить мои заповеди,
которые я повелеваю вам в этот день, следить за собой, чтобы ваше сердце не обманулось. И не вы начали поклоняться и служить другим богам. Поэтому ты положи эти мои слова в свое сердце и в свою душу и навяжи их как знамение. И снова это слово. На вашей руке, чтобы они были как повязки между вашими глазами. Ну, евреи восприняли это буквально. Выписали их и сделали небольшую табличку, привязывали ее к его рукам или к челу. Ты думаешь, именно это имеет в виду Бог? Нет, это надо усвоить. Другими словами, он должен быть у вас как знак на руке. Вы должны действовать соответственно и носить повязки между глазами. То есть вы должны думать соответственно. Когнитивное мышление. Это должно быть в обоих местах. Вы должны думать соответственно и действовать соответственно. Зверь всем доволен. Пока ты будешь подчиняться ему и будешь учить им своих детей, говори о них, когда они будут сидеть в доме твоем, и когда они будут идти по дороге, и когда будут ложиться спать, и когда поднимутся, ты напишешь их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Другими словами, вся твоя жизнь должна быть в гармонии с ними. То, что входит во врата твои, то, что происходит в твоем доме, должно находиться в гармонии с этой системой. Так хочет Бог. Давай убедимся. Исход 13 глава, стих 9. «Это будет знамением на руке твоей и памятником пред глазами твоими, чтобы закон Господень был в устах твоих, ибо сильной рукой вывел Господь тебя из Египта». Итак, Мартин, этот знак Божий, потому что словарь Стронга определяет это тоже как знак, он должен быть и на руке, и в твоей когнитивной области мозга, в лобной доле. Это должно быть моральный вопрос, который движет вашей жизнью. Ваше решение, каждое ваше решение должно фильтроваться через это. Да, и это должно быть в согласии с законом Господним. И этот закон должен быть здесь, и вы фильтруете через него. Так он хочет, чтобы это был компьютерный знак, или он хочет, чтобы был начертан конкретно закон Божий? И особенно потому, чтобы рассматривали субботу как основную заповедь, дающую ему в первую очередь власть. В противном случае мы, родившись, вероятно, получили бы отметку на чело, которое будет стоять навсегда. И мы были бы роботами. Итак, в 1956 году Мартин, именно это рекламировали в Нью-Йорке. Вы видите три креста и написано «Приходите в церковь в воскресенье». Как ты думаешь, изменилось ли общество с 1956 года? Я думаю, что многое изменилось. Я прожил дольше, чем 1956 год. На самом деле, в 1956 году мне было 7 лет. Итак, Мартин, где-то с течением времени все изменилось. Это могло быть расценено как разжигание ненависти. Да, это было бы против Конституции. Это был 1956 год, а сегодня это фото из 2023 года. Но так оно выглядит в 2024 году, когда в этот конкретный день признают нечто иное, чем Пасху. И это точка конфликта. По сути, здесь происходит противостояние. Царь Северный, царь Южный. Отличная противоположность. И очень публично, очень-очень публично. На наш взгляд, это почти как вызов. Вот что произошло совсем недавно, в период Пасхи. Трамп обещает учредить день христианской видимости после провозглашения Байденом дня. Это дня трансгендеров. Это две разные идеологии, и они конфликтуют
совершенно противоположный и определенно конфликтующий. Это было опубликовано 2 апреля 2024 года. Бывший президент Трамп обещал учредить День христианской видимости после объявления президентом Байденом Дня видимости трансгендера, который в этом году пришелся на пасхальное воскресенье. Эта пасхальная вещь очень интересна, потому что ее не следует путать с Пасхой. Это очень важно объяснить. Давайте проясним ситуацию. Пасха была торжественным праздником, и день ее определялся луной. Не путать с еженедельным циклом соблюдения субботы в седьмой день. Ни в коем случае нельзя это путать. Но папство заявило, что Пасха всегда должна приходиться на воскресенье. На самом деле это праздник Иштар. И он всегда происходит в воскресенье, чего нельзя сказать о Пасхе. Она могла произойти в любой день. Если, например, Пасха совпадала с субботним днем, то это была Великая Суббота. Так что просто, чтобы прояснить ситуацию. Когда они работали с лунным циклом, и в том году, по нашим нынешним расчетам, он выпал на субботу. Это была суббота, но это была Великая Суббота, потому что это была Пасха. Папа изменил это, чтобы это было воскресенье. И затем переход от пасхального воскресения к еженедельному воскресному отдыху оказался простым шагом. И это стало источником воскресного богослужения. Вот что он сказал. А о чем думал Байден, когда объявил пасхальное воскресенье Днем прозрачности? Трамп спросил своих сторонников во время предвыборного митинга в Гринбей, штат Висконсин, во вторник. Такое полное неуважение к христианам. Предполагаемый кандидат от республиканской партии на пост президента пообещал, что 5 ноября станет днем христианской пропаганды, если он будет избран. 5 ноября тоже очень интересно, потому что это тоже было действие, которое совершил Гай Фокс. Я сделала фотографию этой статьи, где написано «Иисус – мой спаситель, Трамп – мой президент». Допустим, это интересно. Есть ли у нас столкновение понятий? Да. Если у нас яркое изображение философии царя Северного, противовес философии царя Южного, это кристально ясно. Вот два мировоззрения, которые столкнулись. И вот обещание – христианство снова займет свое место. Мартин, не пойдем дальше этого. Задействована ли здесь Библия? Трамп действительно усиливает давление. Давай посмотрим, что здесь говорит. Эта Библия представляет собой версию короля Иакова и включает в себя также документы наших отцов-основателей. Да, Конституция, за которую я борюсь каждый день, очень трудно защищать американцев. Также частью этого является Билль о правах, Декларация независимости, клятва верности. Боже, благослови Библию США. И для меня очень важно сделать Америку снова великой. Это наша религия. Религия очень важна. Ее так не хватает, но она вернется и вернется сильной. Точно так же, как наша страна вернется сильной. Мы отвечаем перед Богом на небесах. Христиане находятся в осаде. Мы должны защищать контент, посвященный Богу. Мы любим Бога и должны защищать все, что направлено в пользу Бога. Мы должны вернуть христианство в нашу жизнь и снова стать великой нацией. Мы должны заставить Америку снова молиться. Итак, Мартин, он выпустил Библию, которую хочет продвигать вместе с музыкой кантри. С человеком, который написал песню «Боже, благослови США». Верно. Интересно также, что Библия говорит, что когда такие вещи произойдут в книге Даниила, то это будет связано со всеми видами музыки. А затем, Мартин, есть очень интересная другая сторона истории.
известный атеист говорит, что он считает себя культурным христианином и в ужасе от пропаганды исламского праздника. Об этом также стало известно в апреле 2024 года. Известный атеист и биолог-эволюционист Ричард Докинс объяснил, что он идентифицировал себя как культурный христианин в интервью после того, как узнал, что на улице Великобритании вывешивают огни Рамадана, а не вывешивают огни во время празднования Пасхи. Докинс имел в виду мэра Лондона Садика Хана, включившего 30 тысяч огней в честь Рамадана, священного дня мусульман, месяца в преддверии пасхальных выходных на Оксфорд-стрит. «Я должен сказать, что я слегка шокирован, услышав, что вместо этого пропагандируется Рамадан», Докинс сказал в воскресном интервью Рэйчел Джонсон. «Я чувствую, что мы христианская страна». Итак, Мартин, это имеет для нас большое значение? Если вы понимаете контекст, то да. Но если просто, то это когнитивный диссонанс. Если смотреть на это просто, да, это когнитивный диссонанс. Итак, с одной стороны, у вас есть идеология, согласно которой христианство должно вернуться, Бог должен вернуться, молитва должна вернуться, Библия должна вернуться. И вот вам атеист, который говорит, что мы христианская страна. И он не хочет, чтобы с ней ассоциировалась мусульманская идеология. Это увлекательно, Мартин. Давай углубимся в это. Давай посмотрим, как он относится к тому, что на самом деле является Бог, а также к христианству Иисусу Христу. Мы уже цитировали это раньше, но полезно процитировать это еще раз в данном контексте. В книге «Бог. Иллюзия» он пишет, что Бог Ветхого Завета, пожалуй, самый неприятный персонаж во всей художественной литературе. Ревнивый и гордый, мелкий, несправедливый, неумолимый, маньяк контроля, мстительный, кровожадный, этнический чиститель, жена-ненавистник, гомофоб, расист, это убийца, геноцид, полностью убийца, чума, мания величия, содомоцизм, капризный и злобный хулиган. Думаю, он просмотрел каждое прилагательное в словаре. Несправедливо атаковать такую легкую цель. Гипотеза о Боге не должна устоять или потерпеть неудачу вместе с ее самой непривлекательной реализацией Яхве, не его бесстрашно противоположное христианское лицо, кроткий Иисус, кроткий и смиренный. Мартин, это разрушает всю систему плюс христианство. Но он культурный христианин, так он говорит. Так как же это работает? Давай послушаем, что он скажет по этому поводу. Должен сказать, я был слегка шокирован, услышав, что вместо этого пропагандируется Рамадан. Я действительно думаю, что в культурном отношении мы христианская страна. Я называю себя культурным христианином. Я не верующий, но есть разница между верующим и христианином и культурным христианином. Поэтому я люблю гимны, рождественские гимны и чувствую себя как дома в христианском духе. Я чувствую, что в этом смысле мы христианская страна. Это правда, что по статистике число людей, которые действительно верят в христианство, сокращается. И я доволен этим. Но я не был бы рад, если бы мы, например, лишились всех наших соборов и наших прекрасных приходских церквей. Поэтому я считаю себя культурным христианином. Я думаю, не имело бы значения, если бы нас непременно заменили какой-нибудь альтернативной религией. Это было бы поистине ужасно. Что мне нравится жить в культурно-христианской стране, хотя я не верю ни единому слову христианской веры. Поскольку христиане-фундаменталисты выступают против эволюции и думают, мир создан 6 тысяч лет назад, я имею в виду, что это пагубная ерунда. Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я имею в виду, я думаю, что это ерунда. Но христианская вера, я хочу сказать, что сегодня Пасха, и, конечно, я не верю, что Иисус воскрес из мертвых, и я не верю, что вы тоже. Итак, он культурный христианин. Он вполне счастлив жить по христианским нормам. Он очень рад Пасхе, даже колядке и все такое. Он любит гимны. Он предан культуре. Значит, он не будет возражать против праздника Пасхи, не так ли?
Что вы думаете против праздника, празднующего своего рода мини-пасху каждое воскресенье, особенно когда речь идет об эволюционной земле? О, это было бы чудесно. Итак, Мартин, давай немного поразмыслим об этом. Возьмем первый сценарий. Трамп говорит, что Бог должен вернуться. Молитва должна вернуться, Библия должна вернуться. Другими словами, это система убеждений или верования, в которые вы верите в Бога. Верно? Да. Он использует ваши когнитивные способности, чтобы сказать: «Я верю в это, и поэтому я хочу, чтобы эти праздники и фестивали были». Это получение чего-то начало. Этот человек был очень рад сказать, что «я культурный христианин». Меня не слишком волнует, во что они верят. Там много чепухи. Но я рад согласиться с этим. Куда он получит знак? На руку. Они оба пьют из этих двух чашек. Конечно, и, наверное, лучший пример из тех двух, которые я когда-либо видел. И помнишь, театр финальных событий будет в христианском мире? Да. Хорошо. Теперь давай разъясним людям, почему это является предметом разногласий и почему это важно. Потому что, особенно в это пасхальное время, многие люди, особенно верующие христиане, находятся в замешательстве, потому что Иисус воскрес в воскресенье. Так что же плохого в праздновании воскресенья? Да. Мартин, итак, нам нужно совершенно ясно сказать, что это предмет разногласий. Бог действительно должен знать об этом. И церкви действительно знают об этом. Но они решили ничего с этим не делать. Итак, давай перейдем к делу. Почему христианский мир соблюдает воскресенье? Давай спросим международный словарь Вебстера в воскресном выпуске номер 19. Потому что в древности этот день был посвящен солнцу или поклонению ему. Это довольно просто. Воскресенье. Самые дорогие даты римского календаря – день солнца, посвященный солнцу в первый день недели. Это Шейф-Герцер, энциклопедия относительно воскресенья. Суббота. Еврейское слово, означающее «отдых». Воскресенье – это название, данное язычниками первому дню недели, потому что это был день, когда они поклонялись солнцу. Вот страница 561 библейской энциклопедии. Итак, нет никаких сомнений в том, что воскресенье, первый день недели, оно было посвящено поклонению солнцу. Довольно ясно. Если воскресенье соответствует названию, то у язычников это первый день недели. Даниила 7:25, и он говорит о силе, и он, говоря о силе небольшого рога, который поднимается среди 10 рогов, другими словами, он поднимается среди держав Европы до того, как пришлось устранить 3 из них – Герулы, Вандалы и Остготы. Разве те трое, которые были искоренены, не соблюдали субботу? Исторически случилось довольно убедительное свидетельство того, что они соблюдали субботу, поэтому их пришлось и уничтожить. И эта власть небольшого рога, которую все реформаторы называли папской системой, будет говорить громкие слова против Всевышнего и восстанет против Всевышнего. Итак, он будет сражаться против народа Божьего и даже возмечтает изменить у них праздничные времена и законы. И будет предан они в руку его до времени, времен и полувремени. Это 1260-летний период папского господства с 538 года по 1798 год, когда политическая власть папы была свергнута Наполеоном. Это, похоже, смертельная рана, которую он получил. Но в Библии абсолютно ясно сказано, что эта власть возмечтает изменить времена и законы. Он будет атаковать закон Божий, и особенно те, которые имеют дело со временем. Тем более, что это больше направлено на закон Бога, чем на человеческие законы. Итак, давай посмотрим, к чему это приведет. Давай посмотрим на цитату из римских декреталей. Это их собственное сочинение. Он, папа, может ли выносить приговоры и суды, противоречащие правам народов, закону Бога и человека? Ты не сказал бы, что это высокомерно?
Он играет в Бога. На самом деле он ставит себя выше Бога. Он может освободиться от повеления апостолов, поскольку он их начальник. А по правилам Ветхого Завета это обостряет его самонадеянность. Папа имеет право изменять времена и отменять законы. Разве это не тот же самый язык, что говорил Даниил? Отказаться от всего, даже от заповедей Христа. Высокомерный, насколько можно быть. Больше этого не может быть. Это похоже на Люцифера. 1 Иоанна 3:4. «А кто совершает грех, тот преступает и закон, ибо грех — это преступление закона». Это определение греха в Библии. Итак, если вы собираетесь изменить закон, нарушаете вы его? Да. Совершенно верно. Так говорит ли этот человек грех? Итак, давай просто посмотрим, как вот она сделала. Итак, с одной стороны, у нас есть катехизис католической церкви, статьи 2.0.5.2, а слева закон, как он представлен в Библии короля Иакова. Также важно просто подчеркнуть, что католическая церковь видит катехизис таким, какой он есть, выше Библии. Именно. Итак, в Библии, в версии короля Иакова, первая заповедь гласит: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов предо мною». Если вы обратитесь к катехизису, то там написано: «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя чужих богов предо мною». Вроде похоже, но чего-то не хватает. И чего же не хватает? Слов, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Они отсутствуют. Почему? Потому что здесь показан конкретный Бог. Да, очень конкретный. Кто он такой, который вывел тебя из Египта? Если вам нужен общий Бог, вселенский Бог, экуменический Бог, вам придется это убрать. Именно это они и сделали, потому что это экуменическая ассоциация. Итак, они это убрали. Вторая заповедь. Очень длинная заповедь Библии. «Не делай себе никакого кумира или никакого изображения, ни того, что на небе вверху, или того, что на земле внизу, или что в водах ниже земли». Делают ли это языческие народы? Да, они создают идолов самых разных, которым можно поклоняться. Итак, есть те, кто находится под землей, то есть изображения умерших людей, они помещают их в свои церкви. Делают ли католики то же самое и называют их святыми? Да. Если взять рядом с ними других богов и всех этих, то это тоже идолы. Если вы поедете в Рим, статуя Петра, которая там есть, на самом деле является языческими статуями, которые не только что взяли и дали им разные имена. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий за вину отцов детей до третьего и четвертого рода ненавидящих меня и являющий милость тысячам тем, кто любит меня и соблюдает мои заповеди». По сути, это означает, что если вы практикуете это у себя дома, скорее всего, это перейдет к третьему и четвертому поколению, прежде чем произойдет изменение сердца, если оно вообще когда-либо произойдет. Итак, Мартин, можешь ли ты сказать, что эта заповедь была бы камнем преткновения для католицизма? Конечно, потому что они обманываются, имея идолов. Так какая же вторая заповедь в католицизме? Они только что они убрали ее. Они удалили его, ее больше нет, ее не существует. Вот и вся проблема. У них их всего 9 заповедей. Но поэтому им нужно было это исправить. Есть очень веская причина, почему не убрали вторую и изменили первую. Что касается третьей заповеди, она гласит: «Не произноси мне Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь Бог не оставит без вины того, кто произносит имя его напрасно». Их катехизис гласит: «Не произноси мне Господа Бога твоего напрасно». Итак, что же изменилось? Предостережение. Для этого есть причина, Мартин. Потому что если это заповедь от Бога,
то именно Он увещевает тебя и предупреждает. А если это заповедь из другого источника, то предыдущий источник не может тебя вразумить. Поэтому давай просто выбросим это. Потому что это другое божество, заменяющее первое, потому что это измененный закон. Убрано наказание, да. Наказание отменено, потому что здесь другой законодатель. Если вы измените закон, то это будет другой законодатель. Четвертая заповедь тоже очень длинная. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господа Бога твоего. Не делай вон и день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой и так далее. Ибо в шесть дней, и это причина, Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, поэтому Господь благословил день субботний и освятил его». Меня очень удивляет, что, прочитав четвертую заповедь, вы все еще не можете увидеть, что суббота – седьмой день, который была установлена в Эдеме, и это печать Божья. Это дает юрисдикцию. Там это очень ясно и сложено. Она исходит из Эдема, и это знамение. Да, там указано имя Яхве. Теперь их заповедь стала третьей заповедью, потому что не брали вторую. И у них написано «Помни день, чтобы святить его». Они очень хитрые, можно было бы прочитать. «Не забудьте соблюдать святость в первый день». Или они подразумевают, что день Господень – это первый день. Но в Библии, в Исаии 58 глава, совершенно ясно говорит нам, что святой день Господа – это седьмой день субботы. Так что это обман высшего порядка. Так что же они вынесли, Мартин? Они удалили всю суть документа. Они лишились юрисдикции. Они заменили его. Но они изменили и кое-что еще. А именно, субботу. Они заменили его на День Господень, подразумевая, что День Господень — это день отличный от седьмого дня, что является ложью. И помнишь, единственное место, где они это толкуют, это книга Откровения, где Иоанн говорит, что он был в видении в день Господень. Он не определяет, какой это день. Очевидно, это был день субботний, потому что это единственный день, который является днем Господним и святым днем. Но они берут это и представляют это первым днем недели. Видите ли, и в Новом Завете суббота соблюдалась как святой день. Никогда не было времени. Иисус хранил святость субботы. Апостолы свято соблюдали его. Все хранили свято. Единственное, на чем они настаивают, так это на том, что воскресенье произошло в первый день. Да, но здесь не сказано, что это день Господень. Именно. Теперь, давай просто удостоверимся в этом вопросе. Это новый Балтиморский катехизис. Это взято из нового Балтиморского катехизиса и мессы отца Магояра 1949 года. На нем, среди прочего, есть импровизатор Фрэнсис кардинал Спелман, архиепископ Нью-Йорка. Версия Магуяра такова. «Помни о святости Дня Господня. Детям и тем, для кого предназначен этот катехизис, это объясняется посредством следующих вопросов и ответов. Какова третья заповедь Бога?» Это уже неправильно, да? Третья заповедь Божья. «Помни, святи День Господень». Почему Церковь повелевает нам соблюдать воскресенье как День Господень? Церковь повелевает нам соблюдать воскресенье как День Господень, потому что в воскресенье Христос воскрес из мертвых, а в воскресенье Святой Дух сошел на апостолов. И кто здесь представляет заповеди Церковь? Церковь диктует. Кто заповедал четвертую заповедь? Бог. Что нам повелевает третья заповедь? Третьей заповеди нам заповедано особым образом поклоняться Богу в воскресенье, День Господень. Они даже не упоминают здесь, как о субботе, потому что, как вы упомянули, это было бы невозможно. И что, помним мы Бога? Нет. Это превратилось в
приказ. В воскресенье мы должны поклоняться Богу особым образом. Другой сказал, помни день субботний. Другими словами, вернитесь к своему Создателю. Это новая заповедь во всей своей полноте. Давай спросим их, как Церковь повелевает нам поклоняться Богу в воскресенье? Церковь повелевает нам поклоняться Богу в воскресенье, помогая Пресвятой Мессе. Мартин, это совершенно новая заповедь. Это точно другой законодатель. Этой заповеди нет в 10 заповедях. И чтобы принять участие в Мессе, они заменили Евхаристию, которые они хотят, чтобы каждый принял участие, что является вечной жертвой, хотя Библия ясно говорит, что Христос был принесен в жертву один раз. Значит, его приносят в жертву каждое воскресенье. Итак, этот балтиморский катехизис является мерзостью, потому что он противоречит закону Божьему. Итак, давай перейдем к пятой заповеди. «Почитай отца и мать, дабы продлились дни твои, которые Господь Бог дает твой тебе на земле». Теперь это и четвертая заповедь, потому что они отстают на одну, почитая своего отца и свою мать. Так что же опять не хватает? Это часть, что продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает тебе. Интересно, Павел называет эту заповедь заповедью с обетованием. Они отказались от обетования. Именно. Это не может быть Бог, потому что есть новый законодатель. Итак, это необходимо удалить. Именно по этой причине они это удалили. Шестая заповедь. Не кради. Остается более-менее тем же самым. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Их шестая заповедь – не прелюбодействовать. Но должны помнить, Мартин, что в законе Моисея есть подробное определение того, чего достигает это. Если мы возьмем католицизм, он полностью изменился, особенно благодаря папам. Возьмем заповедь восьмую, которая является и седьмой. Не кради. Девятая. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это их восьмая заповедь. Теперь они будут выглядеть довольно глупо, если в итоге получат 9 заповедей. Итак, они взяли десятую заповедь и разделили ее на две. Десятая заповедь гласит, не пожелай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не пожелай слуги, ни служанки, ни вола, ни осла, ничего, что у ближнего твоего. Они делят ее на две части, не желай жены ближнего твоего и не желай имущества ближнего твоего. Интересно, что протестантизм, лютеране, переняли 10 заповедей из катехизиса католической церкви. Они не приняли версии Библии. Интересно, что они на самом деле поменяли местами эти две, потому что их текст гласит «не желай дома соседа твоего и всего остального там». Тогда католический говорит, что ты не должен желать жены соседа твоего. Итак, они поменяли. Это очень глупо. Они, по крайней мере, сохранили тот порядок, который здесь в Библии, но поменяли местами. Итак, Мартин. Что они удалили? И если, то почему? Давай посмотрим. Они убрали дом. В протестантской версии еще существует в одной заповеди. И убрали твоих слуг, твоих работников, мужчин и женщин, твой инвентарь и твой транспорт. Вот что они убрали. Почему? Потому что они претендуют на право собственности на все, включая ваш дом, ваших рабочих, ваш инвентарь и ваши транспортные средства. Вот почему вам придется платить за лицензии сегодня. Потому что они вам не принадлежат. У вас есть налоговый номер, есть номер лицензии на вашу машину, и вам необходимо иметь регистрационный документ и платить земельный налог за свою недвижимость. Интересно то, что фашизм в каком-то смысле делает то же самое.
у вас есть видимость собственности, но на самом деле у вас нет собственности. Рим уместно говорит, что он один имеет право на собственность. И так далее. Разве не удивительно, что это прямо противоположно тому, что говорит Бог, что он владеет скотом на тысячах холмов? Да, они утверждают, что им все принадлежит. Итак, Мартин, это совершенно новый свод заповедей нового законодателя. Изменились ли временные законы? Да. Мы не можем этого отрицать, верно? Теперь давай перейдем к французской революции, где все становится довольно вопиющим. Помни, что философия мира последнего времени выходит из бездны в 11 главе Откровения. Мы обсуждали это довольно подробно. И философами, которые были связаны с этим, были такие люди, как Вольтер. Люди не знают, что это были иезуиты. Нет, они этого не знают. Они не знают, что это был иезуит. Он был обучен иезуитами. И они придумали другой набор заповедей, которые изобразили вот так, со связкой жезлов. Это фашистская система, это права человека, а над ними были какие-то интересные вещи, и, конечно же, тут же символы иезуитов. И это произошло в результате французской революции. Теперь, если мы посмотрим на это немного подробнее, права человека занимают место 10 заповедей Божьих. Все довольно просто. Какое божество здесь замешано? Итак, у вас есть система фашизма, система управления, которой предпочитают иезуиты, и у них есть змей, животворящий змей, вечный змей с хвостом во рту, превыше всего, это поклонение сатане, и они поклоняются ему через символ этой маленькой шляпы, которая была шляпой французской революции. Что это значит? Вот бог Митра, бог Солнца, персидский бог Солнца. Помните, что у зверя ноги медведя, который представляет Мидо-Персию. Это митраизм. И вот эта маленькая шапочка, которую носит бог Солнца. Это поклонение Солнцу. Таким образом, права человека вместо Божьего закона – это поклонение Солнцу. И вы найдете эту шляпу очень интересной у многих героев мультфильмов, да. Это очень глубокая кроличья нора. Давай не будем вдаваться в подробности. Итак, давай убедимся, что Рим знает, о чем говорит. Это катехизис новообращенных католической церкви от 1957 года, что является субботним днем, суббота, седьмой день. Почему мы соблюдаем воскресенье, а не субботу? Мы празднуем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь принесла торжество субботы на воскресенье. Говорят ли они, что это сделали? Да, они говорят, что они это сделали и оправдываются тем, что сегодня Господень день воскресенья, потому что Он воскрес в этот день. Но они меняют это не потому. Они меняют это потому, что говорят, что у них есть на это полномочия, власть. Они признают, что апостолы никогда этого не меняли, верно? Говорят ли они, что это знак их власти? Да. Воскресенье – наш знак власти. Церковь стоит выше Библии, и перенос соблюдения субботы является доказательством этого факта. Это взято из собственных писаний. Они называют это своим знаком. Они звери? Да. Стало быть, это начертание зверя. Так оно и есть. Нравится вам это или нет? Это связано с законом Божьим. И где это должно быть? У вас на челе и на вашей руке. Вы должны думать соответственно, действовать соответственно. А где это должно быть у них? Или-или. Или на челе, или на руке. Верно? И если у людей возникло дальнейшее сомнение в том, что это старые новости, просто вернитесь на 2 или 3 эпизода назад и посмотрите ту статью, которую опубликовало католическое информационное агентство, в которой говорилось о воскресении или Дне Господнем. Есть еще одна статья из католического мира. Она взяла языческое воскресенье и превратила его в христианское воскресенье. И таким образом, языческое воскресенье, посвященное
Ваалу стало христианским воскресением, посвященным Иисусу. Кардинал Гиббонс, конечно, говорит, что католическая церковь утверждает, что это изменение было ее действием, и это действительно является знаком церковной власти. Они используют слово «знак» снова и снова. Библия говорит, помните, что они будут святить день субботний. Католическая церковь говорит, нет, это высокомерие меняет времена и законы. Судя согласно божественной власти, это еще больше высокомерие. Я отменяю день субботний и повелеваю вам святить первый день недели. И вот весь цивилизованный мир склоняется в благоговейном повиновении повелению Святой Католической Церкви. Отец Энрайт, американский страж, июнь 1893 года. Мартин, все это перед их лицом. Совершенно очевидно, что каждый протестант не должен говорить. Нет, подождите минутку. Я не собираюсь с этим согласаться, потому что Бог повелел одно, а эти высокомерные люди повелевают другое, верно? Именно ту позицию, которую вы должны занять. Нет-нет. Мы хотим пойти далее. Интересно, насколько вопиющим они могут стать? Давай посмотрим по ходу дела. В 1566 году по распоряжению Тридентского собора Церковь Божия пожелала перенести религиозное празднование субботы на День Господень, который они определяют как воскресенье. Катекизм Романа с 1867 год. И помнишь, они непогрешимы, они не могут это изменить. Католическое зеркало. Итак, христианская суббота по сей день признается отпрыском католической церкви, супругой Святого Духа, без единого слова протестантского мира. Они бросают вызов протестантам. Они на самом деле говорят, что вы хотите пожаловаться, но вы даже не оспорили это. Фактически на Тридентском соборе архиепископ Реджио сказал, он сказал, вы сказали, что Библия ваш стандарт. Так почему же вы подчиняетесь нам в вопросе субботы и воскресенья? И у протестанта была прекрасная возможность на Тридентском соборе сказать, вы правы, мы должны следовать Библии, только Библии. Но следуя стандартам католической церкви, они больше не были церковью, они были мятежниками, потому что отказывались от воскресения. На самом деле они тут же стали их дочерьми. Католическая пресса, Сидней, 25 августа 1900 год, воскресенье, католическое постановление. Ее претензии на соблюдение могут быть оправданы только католическими принципами. От начала и до конца Писания нет ни одного отрывка, который бы оправдал перенос еженедельного публичного богослужения с последнего дня недели на первый. Знают ли они это? Да. Итак, они не просто введены в заблуждение, заблуждаются, они высокомерны. Это вводящая в заблуждение сущность. Они втирают это. Давай посмотрим, что скажет епархия Палтемио. Если протестанты будут следовать Библии, им следует поклоняться Богу в субботу. Соблюдая воскресенье, они следуют закону католической церкви. На наш взгляд, протестантизм, отвергающий авторитет Римской католической церкви, не имеет веских оснований для своей теории воскресения и онтологически сохранять субботу как субботу. Это взято из ежеквартального обзора американских католиков за 1883 год. Знают ли они, что делают? Несомненно. Итак, насколько высокомерным можно стать? Вот что они говорят. Не создатель вселенной в бытие, 2 глава, 1, 2, 3 стихи, но католическая церковь может претендовать на честь предоставлять человеку перерыв в его работе каждые 7 дней. Это высокомерно? На самом деле это заложено в правах человека. У вас есть право на день. И это то, что будет реализовано. Они будут реализовать эти права человека. Это ваше человеческое право на день покоя, и католическая церковь предоставит вам его. И это будет воскресенье. Именно поэтому Ричард Докинс может сказать, я культурный христианин, потому что это основано на гуманизме. И теперь, разум и здравый смысл требуют принять тот или иной из этих двух альтернатив. Ни протестантизм и соблюдение субботы, ни католичество и соблюдение воскресения, между ними компромисс невозможен. Компромисс невозможен, говорят они, Мартин. Итак, если вы пойдете на компромисс, на чьей стороне вы встанете? На их стороне. Итак, Мартин, если протестантский мир выступает против адвентистов седьмого дня, кто они такие? Рим, Рим. Неужели они поклоняются Риму больше, чем Богу? Именно так, потому что эти слова ясны в Библии. И тут сразу видно, чьим словам вы повинуетесь.
Так можем ли мы сказать: протестанты, проснитесь? Я уверен, я хотел сказать это уже некоторое время назад в этой дискуссии. Пожалуйста, люди, проснитесь. Таким образом, авторитет церкви не мог быть связан с авторитетом Священного Писания, потому что церковь изменила субботу на воскресенье не по повелению Христа, а по своей собственной власти. Может ли традиция это сделать? Это довольно ясно. Так что же выше, традиция или Библия? Традиция, мы видим, снова побеждает. Мартин, должны ли мы снова поговорить о Библии и авторитете? Да, конечно, мы должны сказать прямо, где находится авторитет. Это еще одно яблоко раздора. Я так думаю, это яблоко раздора во всех сферах. Должно быть, потому что нам придется сделать это снова, хотя мы это уже делали, потому что проблема в том, что люди не понимают, насколько серьезно то, что нам нужно иметь чистое слово, чтобы знать, что говорит Бог, и знать, кому мы поклоняемся. Как мы сообщим миру, кому мы поклоняемся, соблюдая субботу? Это знамение, это знамение. Это показывает миру, кто является авторитетом в вашей жизни. И те две чаши, которые несет эта женщина, те, которые будут спасены в своих грехах, и те, которые будут спасены своими делами. Те, которые получат начертание на чело, и те, которые получат начертание на руку. Разве это не интересно? Это именно то, что происходит, и то, куда мы движемся. Католические записи говорят нам, что воскресение основано не на Священном Писании, а на традиции и явно является католическим постановлением. Итак, протестанты считают его своим, но они выставляют себя глупцами. В Новом Завете нет явного упоминания о том, что апостолы изменили день поклонения, но мы знаем, что это из традиции. Новоисправленный Балтиморский катехизис. Пасхальное воскресенье, пасхальная пятница. Кто определяет даты? Папа определяет даты. Так что дело не в протестантских церквях, нет. Это он решает. Что же думает Господь обо всех этих традициях, заменяющих закон Божий? Матфея 15 глава, стихи 3, 6 и 9. И он ответил им: «Почему вы своими традициями нарушаете заповеди Божьи? Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Но все начтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Мартин, тщетно. Права человека. Тщетно. Все тщетно. Кто дал нам наши права? Бог дал нам наши права. Так что того документа, той человеческой чепухи, которую они демонстрируют и которую помещают, определенно, она не от Бога. Нет, это звучит красиво, но это противоречит закону Божьему. Знают ли это протестанты, или они умышленно невежественны, или они просто невежественны? Я думаю, они знают. Конечно, знают. Давай посмотрим. Епископальная церковь. Если в Новом Завете повеление перенести день еженедельного отдыха с субботы на воскресенье? Нет. Это руководство по христианскому учению. Мы произвели изменения с седьмого дня на первый день с субботы на воскресенье авторитетом Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви Христовой. Почему мы соблюдаем воскресенье? Признают ли они, что поклоняются напрасно? Это признание того, что они поддаются авторитету католической церкви. А как насчет лютеран? Соблюдение Дня Господня основано не на каком-либо повелении Божьем, а на авторитете церкви. Это Аугсбургское исповедание. Они это знают, да. И они опять же ставят выше власть церкви над властью Божьей. А как насчет пресвитериан? Смена дня, который следует соблюдать с последнего дня недели на первый. Не существует ни записи, ни специального повеления, разрешающего это изменение. Это происходит из их писаний, христианской субботы. А как насчет методистов? Возьмем вопрос воскресенья. Нет никакого отрывка, говорящего христианам соблюдать этот день или перенести этот день. Это взято из христианского защитника в 1942 году. Так знают ли они об этом? Ну, они, наверное, забыли. Единственная проблема в том, что это была не еврейская суббота. Это была суббота для человека. Но они забыли. Не потому ли заповедь начинается со слова «помни»? А как насчет конгрегационалистов? Совершенно ясно, что как бы строго и благоговейно мы не проводили воскресенье, мы не соблюдаем субботу.
Новом Завете нет ни одного предложения, которое бы предполагало, что мы понесем какое-либо наказание за нарушение предлагаемой святости воскресения. Это их собственные труды, их собственные слова. А как насчет англиканцев? Многие люди думают, что воскресенье – это суббота, но они в Новом Завете. Но не в Новом Завете, не в ранних церквях. Можно ли предположить, что мы имеем какие-либо право перенести соблюдение седьмого дня недели на первый? Суббота была и остается субботой, а не воскресенье. Церковь и люди, 1947 год. Знают ли они? Они знают. И совершенно справедливо подчеркивают, что в ранних церквях не было ничего, что могло бы нам предложить, потому что многие люди говорят: «О, нет, но сразу после того, как там появились ученики, все изменилось», то на самом деле они все начали соблюдать с Павла. А как насчет баптистов? Была заповедь соблюдать только субботу, но этот день субботы не был воскресеньем. В священных писаниях нет никаких свидетельств изменения установления субботы седьмого дня на первый день недели. Это их собственные труды, Мартин. И тогда они признают, что мы соблюдаем Господний день либо потому, что католическая церковь изменила его, либо потому, что он воскрес в этот день. Это единственное, что они представляют. Давай еще раз проверим. Воскресенье. Чисто творение католической церкви. Взято из американского катехизиса. Воскресенье – это закон только католической церкви, американский страж. Соблюдение воскресенья протестантами – это дань уважения, которую они, вопреки своей воле, отдают авторитету католической церкви. Абсолютно задокументировано, что у них нет ноги, чтобы стоять. И они поклоняются зверю, потому что именно он создал эти законы. Но протестант говорит: как я могу принять учение отступнической церкви? Ну, теперь они саркастичны, Мартин. Это католическое зеркало Бартимора. Как, спрашиваем мы, удалось ли вам всю свою жизнь получать учение, прямо противоположное вашему признанному учителю Библии по вопросу о субботе? Это вызов? Да, вообще-то они смеются им в лицо, в их протестантское лицо. Те, кто следует Библии в качестве своего руководства, израильтяне, адвентисты седьмого дня, имеют на своей стороне исключительный вес доказательств. В то время как библейский протестант не имеет ни слова в защиту замены воскресенья субботой, знают ли они что-нибудь? Эти католики, знают ли они, что израильтяне, адвентисты седьмого дня на самом деле соблюдают Божий закон? Да. А остальные – соблюдение католического закона. Именно так они этого не скрывают. И опять же, идите, посмотрите эту статью. Ссылку на статью я еще раз помещу в этом описании к этому видео. Затем в католическом зеркале католическая церковь признает, что адвентисты – единственная группа христиан, чьим учителем является Библия, которая не может найти на своих страницах никаких оснований для беспокойства и оправдания смены дня седьмого на первый. Отсюда и их название – адвентисты седьмого дня. Просто объясните это название еще раз, потому что многие люди не хотят иметь с этим ничего общего, потому что название звучит очень странно. Да, звучит очень странно. Они соблюдают седьмой день, потому что Бог сказал: соблюдай седьмой день. И они верят во второе пришествие Христа. Вот почему их называют адвентистами седьмого дня. Знает ли католическая церковь, почему их называют адвентистами седьмого дня? Именно поэтому они имеют это в виду. Мартин, если они это так хорошо знают, нужно ли нам собираться на экуменические советы, чтобы напоминать им? Нет, они это знают. Нам не обязательно быть там. Если вы пришли туда не с целью евангелизации, то вообще не ходите туда. Католическая церковь изменила соблюдение субботы на воскресенье по праву божественной непогрешимой власти, данной ей ее основателем Иисусом Христом. Кстати, это еще один Христос. Протестант, утверждающий, что Библия является их единственным руководством веры, не имеет никаких оснований соблюдать воскресенье. В этом вопросе адвентисты седьмого дня являются единственными последовательными протестантами. Ящик для вопросов. Католическая вселенная. Бюллетень Мартин. Рим утверждает, что в мире есть только одна последовательная протестантская организация, и это адвентисты седьмого дня. Это единственная церковь, которую они признают, соблюдая те же законы и правила, что и ученики. Итак, Мартин, разве не интересно, что и протестантский мир, и католический мир выступают против адвентистов седьмого дня в этом вопросе?
Я всегда задаю вопрос молодежи. Были ли ученики после вознесения Иисуса на небеса адвентистами седьмого дня? Конечно, они соблюдали субботу, они соблюдали седьмой день и проповедовали пришествие Христа в будущем. Итак, они адвентисты седьмого дня. Итак, возможно, каждый, когда Иисус сказал «идите и подготавливайте учеников», должен осознать это. «Идите и делайте людей адвентистами седьмого дня». Вот очень интересное сообщение от католической церкви Святой Екатерины. И мы просто выделили эту небольшую часть, там, где говорят, люди, которые думают, что Священное Писание должно быть единственным авторитетом, должны логически стать адвентистами седьмого дня и соблюдать Святую Субботу. Но на самом деле именно поэтому я адвентист седьмого дня, потому что логически, если я хочу следовать Писанию, у меня нет другого выбора. Почему вам нужны всевозможные дополнительные библейские оправдания, чтобы не соблюдать то, что говорит Библия? Верно. А вот интересный вызов, который Рим предложил на своей веб-странице. В 2003 году большинство христиан полагают, что воскресенье – утвержденный библейский день поклонения. Римская католическая церковь протестует против того, что она перенесла христианское богослужение с библейской субботы с субботы на воскресенье, и что попытки утверждать, что изменение было внесено в Библию, являются одновременно нечестивым и отрицанием католической власти. Это облом. Пытаются ли протестанты оправдать себя Библией, утверждая, что новым днем богослужения является воскресенье? Вот почему я все время говорю, единственное, на чем они настаивают, это на том, что Иисус изменил это, когда воскрес в первый день. Это единственная библейская вещь, которую они пытаются сделать. Но Библия говорит, что вы можете запомнить это во время крещения. Теперь они говорят, это нечестно. Они говорят, это отрицание католической власти. Если протестантизм хочет основывать свое учение только на Библии, ему следует поклоняться Богу в субботу. Итак, в наши дни, Мартин, конфликт между начертанием зверя и знамением Божьим будет происходить между адвентистами седьмого дня и всем христианским миром. А вот примечание редактора этой статьи. И там говорится: вызов, брошенный Римом более 100 лет назад, остается. Потому что в Соединенных Штатах была особая ситуация, когда в 1888 году они хотели ввести воскресные законы. И поэтому теперь он говорит, что вызов, брошенный Римом 100 лет назад, остается в силе. Либо католическая церковь права, либо правы адвентисты седьмого дня. Потому что именно адвентист седьмого дня Джонс утверждал в законодательном органе Соединенных Штатов, что было неправильно вводить закон о воскресном дне. И они на самом деле победили. Итак, здесь они говорят, что либо католическая церковь права, либо правы адвентисты седьмого дня. Другого выбора быть не может. И снова. Только два варианта. Только два варианта, а не три, не четыре. А если не выбрать ни того, ни другого, то вся доктрина соло скриптура рухнет и станет столпом, на котором стоит весь протестантизм. Тогда остается выдуманная религия, выдуманный Бог, выдуманный набор верований, который соответствует целям человека. Подобно сатане и Лютеру, они относят их к одной и той же категории. Католики высказали свое кредо делом и мыслью, а если не словом, то кому я служить не буду? Мартин, другой церкви быть не может. Либо ты католик и принадлежишь католикам, как протестанты, либо ты должен быть адвентистом седьмого дня. Это их слова, не мои. И разве это не соответствует тому, что также говорит Библия? У вас будет быть право быть церковью остатка. Вы должны соблюдать заповеди Божьи и держаться свидетельства Иисуса. А церковь адвентистов седьмого дня, она стоит напротив других. Итак, давай просто посмотрим на этот стих Исаия, 66 глава. «Ибо как новое небо и новая земля, которые сотворю, пребудет предо мною, говорит Господь, так пребудет семя твое и имя твое.
будет приходить из новомесяча в новомесяче, из субботы в субботу. Всякая плоть будет приходить на поклонение предо мной, говорит Господь. Будете соблюдаться суббота в будущем мире? Да, на небесах. Итак, будет ежемесячный праздник и еженедельный праздник. Итак, что же происходит на ежемесячном празднике? Я предполагаю, что древо жизни приносит плоды раз в месяц, потому что так говорит Библия. Раз в месяц будет проводиться праздник дерева жизни, а раз в неделю будет суббота. А древо жизни находится в городе Новый Иерусалим. Мартин, а если суббота будет соблюдаться всю вечность, удалось ли папству в конце концов избавиться от него? Нет. Так от того, к сожалению, надо избавиться. Это папство. И это произойдет во время язв. Итак, Мартик, это то, что мы всегда говорили, начертание зверя, это принудительное воскресное богослужение. И если вы подчиняетесь, вы отдадите дань уважения зверю, который будет вас принуждать. Соединенные Штаты Америки будут первыми, кроме них, такое законодательство, за которым последуют другие страны, и весь мир примет их выбор. А те, кого Библия убеждает, получат знамение на чело. И такие люди, как Ричард Докинс, которые говорят, что я культурный христианин, или те, кто являются сторонниками New Age и говорят, что они земные люди, будут культурно послушны повелению Святой Католической Церкви и получат начертание на свою руку. Это выбор. Я предпочитаю иметь печать Божью, знамение Божие на челе и на руке. Аминь. Я согласен. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы быстро приближаемся к этому решению. И это решение властей. Кого мы признаем авторитетом в своей жизни? Помоги нам принять правильное решение, чтобы мы не потеряли вечную жизнь. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Аминь.